Я Дворецк. Охуенный крутец, блядь, заебись для сноуборда. Смотрите, какой пиздатый, блядь. Ух, достаю. Шведский снюс. Это, походу, блядь, табак. И он, блядь, в пакетиках. Как типа, блядь, из-под чая. Что нужно делать с ним? Класть, блядь, под губу. Сибирия. Или Сибирия. Сибирские мужики, думаете? Нихуя. Шведы. Шведы любят шведский снюс. Эти шведы еще сами его, блядь, как-то готовят, нахуй, блядь. За место курицы. Я курицу, блядь, запекаю, блядь, в духовом шкафу, блядь. Они делают сами снюс, блядь, берут табак и мелкую-мелкую муку его, блядь, расхуяривают, блядь. Долго его делают весь день. А потом на целый год наслаждаются. Что-то, блядь, они похожи, блядь, на шведские. Что-то похоже. Похоже, блядь, на польский язык. Что это, польская хуйня, что ли? Почему здесь, блядь, медведь? О, Extreme Strong. Блядь, он, походу, блядь, будет ядерный. Просто пиздец, блядь. Вы любите шведский снюс? Нет, блядь, вы не любите шведский снюс. Шведский снюс, пацаны, люблю его я. Смотрите, какая здоровая коробка. Сколько там разного, блядь, шведского снюса. Когда я буду делать сходку, блядь, на миллион, а не на полмиллиона, блядь, подписчиков, потому что канал заблокировали, и сейчас по новой захуяривают, так будет полляма, я на сходку принесу эту коробку, и, конечно же, весь этот снюс не просрочится. Прям, блядь, на сходку коробку принесу, поставлю, и пусть пацаны, кто хочет, себе разбирает. Укажу пацана, я с них буду проверять, блядь, паспорт. Мало ли какие-то будут, блядь, малолетки. Томми Хенфига. И говоря, это видео, блядь, новое, и уже перезаливов, блядь, на этот канал не будет старых видео. Меня интересует, есть ли здесь отсек, блядь, для вторяка. Потому что, блядь, настолько ядерный этот снюс, блядь, я уже, блядь, предвкушаю. Я еще его, блядь, не открывал, нихуя. Сибири, партишн, ёб твою мать, блядь. В чем же секрет этого снюса? А в том, что все просто, блядь, поголовно его, блядь, нахваливают. Просто охуеть, блядь. Каждого ебана его хвалит, блядь. Охуенно, попробуй. Такой охуительный, блядь, снюс, нахуй. Что просто тебя разорвет, блядь. Я был в табачке, брал снюс, блядь, там даже тёлку одну увидел, которая передо мной, блядь, стояла, и тоже взяла две банки, блядь, снюса. Это эпок, блядь. Походу, это ебаный хит. А почему же хит? 13 грамм, пацаны, здесь всего, блядь. Для вторяка отдел есть, ну-ка, хоп, дизлайк. Сразу, нахуй, ебаный, блядь, вонючий, поганый дизлайк. Почему же вы такую хуйню-то сделали? Ну, понятно, поляки делают, хуя они что могут сделать, блядь. А чего, почему от него так все тачится, хуй его знает, блядь. Посмотрите, блядь, даже фиксатора нет, который бы, блядь, крышку для вторяка вот так оставлял. Мало ли, я, блядь, не буду на морозе хуярить. Открою, блядь. Все вниз, сука, блядь, полетит. Уже хуета ебаная, блядь. Банальный, блядь, дизайн, ебаный. Ну что они еще могут сделать, блядь, кроме, блядь, как медведя какого-то, блядь, нарисовать. И здесь они не были, блядь, оригинальны. Звезда и медведь. Откупорим же, блядь, кубышку, блядь. А, да, блядь, надо же, блядь, перед дегустацией снюса, чтобы понять, блядь, ядерный он или просто хуйня, и почему его вообще, блядь, сука, вот хвалят, блядь, просто поголовно. У меня есть тут охуительный пиздатый пёздый, лопёздый, блядь, вискарь, охуенный, блядь. Кстати говоря, оставляю внизу коммент под этим видео, блядь, хотите ли вы, блядь, дегустацию на ебаный, блядь, виски, или вас только интересует, блядь, табачная продукция, продакшн. Я же Дворецков, не только эксперт, блядь, по табачной теме, но еще и по спиртовой. Её твою мать, блядь, прочистим же, блядь, рецепторы. Рецепторы прочищены, поэтому можно открывать, блядь, ебаную, поганую, блядь, кубышку. Где мои, сука, очки, версачьё, блядь, охуительные, блядь, оригинальные версачи, блядь, охуительные, никакие версачи. Роднявые. О, загрузка пошла, блядь, охуенно, нахуй. О, ёб твою мать, блядь, откупорим кубышку, смотрите, запечатано, блядь. Значит, никто не открывал. Так, сочится, нет? Фу, блядь, ребят, нахуй, туда воздух проходит. Даже не открывал, вот так вот делаю гармошкой. Посмотрите, как, блядь, на пластмассовое, пластиковое, блядь, как ходят пальцы. И уже вонь, прям уже можно почувствовать. Фу, вонь этого ебаного слюса. Запах, блядь, охуительно противный. Может, конечно, он и торкает, заебись, но такая вонь идет. Фу, блядь, уже мне хочется от него, блядь, блевать. А я знаю, что я сейчас буду блевать. Да потому что это не простой снюс какой-то ебаный легкий или снаф, нахуй. Это же экстрим, нахуй. Я уже по запаху чувствую, что он, блядь, ядерный. Там напихали столько, блядь, ебаного никотина. Сразу, блядь, через где-то минуту, полминуты, начнется, блядь, никотиновый, блядь, ебаный удар. Ты его не получишь ни от сигар, блядь, так быстро, ни от вейпа. Это ядерная, блядь, пацаны, тема, блядь. Хуй знать, посмотрим, что так от него все, блядь, тащатся. Хуй ты раз. Разные, блядь, напихали. Никотин-то в кровь идет, блядь, через слизистую. Еще, сука, можно, блядь, уздечку себе сжечь. Да не нахую, блядь, уздечку, блядь. Я не собираюсь под залупою, блядь, закладывать этот ебаный, блядь, пакетик. А здесь, блядь, уздечка. Вот здесь ее можно сжечь. Поэтому здесь или направо, или налево надо, блядь, закладывать. Ладно, откупорим кубышку. По линии, нахуй. Трещать, сука, должен. Так не откупоривается. О!
О, никто не открывал, вот теперь, бля, крутится. Раз, два, три. Фу, блядь. Фу. Ой, нихуя, какой ядерный, фу, блядь. Короче, воняет содой, опять ментолом, мятым ментолом, да, захуяли. Пакетиков очень дохуя. Я уже, походу, ловлю, бля, какой-то никотиновый удар. Через нос, сука, какой же ядерный. Пацаны, я боюсь его закладывать. Давайте возьмем мой шпатель, посмотрим, что внутри этого, блядь, ебаного пакетика. Шпатель есть. Извлекаем, блядь, ебаный пакет. Да, ребят, здесь не какие-то травы. Здесь классический, блядь, типа шведский снюс. По классической рецептуре сделано, блядь. Пакетик очень нежный. И там табак. Я недавно взял охуительную шоколадку. Я тут беру, блядь, дорогой, блядь, шоколад. Это будет импровизированный столик. Да, вот он, ебаный шпатель. И откупорен ебаный пакетик. Он очень нежный. Он даже пружинит, блядь. Материал не на синтетику. Это какой-то синтетический мешочек, пакетик, блядь. Все черное, как мука, блядь. Это размеченный, блядь, табак. Бак, походу, соды. Я его попробую, блядь, на язык. Короче, сода дохуя или соя. Мята, блядь, начинает першить, блядь, на языке. Не переживайте, пакетик этот у вас не раздолбится, блядь, во рту. И содержимое не высыпется, блядь. Потому что этот синтетический пакетик, он очень, блядь, хуй знает, как какой, блядь, упругий. Рецептор еще раз вискарем ебану, нахуй. По классике, нахуй. Пиздец, блядь, там сода, соль, нахуй, еще спиртное сейчас ебанет, нахуй. Уже ебануло, блядь, через слизистую спиртное также впитывается, как шведский снюс, блядь. Ебаш, он, пфф, пакетик один достаем, нахуй, закладываем. Его все хвалят, ебаная Сибирь. Здесь не травы, не какая-то белая хуйня. Здесь классическая рецептура, блядь, размеченный табак. Посмотрим, сука, блядь, сколько же здесь никотина. И насколько быстро я начну, блядь, блевать, блевотротить. Ау. Заложили, нахуй. Подгнилые зубы, подгнилые корни, шкорни. Закладываем, блядь. Так вот здесь уздечка, нахуй, чтоб не жечь, блядь. А то с бабы сосаться будет хуёво, блядь. Я даже свою залупу от всех баб, блядь, охранял. Точнее, не залупу, блядь, а уздечку, чтобы её не порвать. Есть такие бляди, блядь, пьяные. Берут хуй вот так вот, блядь, и садятся, нахуй, пьян, нахуй, блядь. Ну, сухой пиздой по пьяни, твари. Я, блядь, с пьяными бабами по этим делам никакие не люблю, блядь, иметь. Еще с грубыми какими-то мужланками ебаными. Надо, чтоб нежник, петушечек баб брала, блядь. Какая, блядь, такая, сказать, пакшами своими. Берет, блядь, грубо мне хуй, блядь, и садится. Она же не понимает, что там, блядь, все нежное, что уздечка. Она, тварь, блядь, понимает только за свою пизду ебаную. Что уздечка нежная, что уздечку можно просто порвать, блядь. Пизду и сядет, паскудина, блядь, и пизда в уздечке. А если нет уздечки, чувствительность, блядь, головки, блядь, охуительно падает. Напоминаю, перезаливов уже на этом канале, пацаны, блядь, не будет. Все старые видео предыдущие я уже залил. Это новые видео. Я берегу уздечку здесь, блядь, и под гнилые корни закладываем шведский снюс, блядь. Соку пакетик, слюней у меня здесь нихуя нет, но заложим, как говорят. Ах, дворецкий человек, ёптвай, пидорас, канал заблокировали, ёптвай. Нельзя же так блокировать-то, ёптвай, блядь. Пишите, блядь, удали ссылки, нахуй, какие там хуины, блядь, на букмекерские конторы, удали, нахуй. Хуй-то, блядь, и все, ёптвай, удалил, заебись, канал разблокируем, нахуй. Кто ж так делает, блядь, разрушать, сука, не строить. Это я еще не брал рекламировать, блядь, казино, все, блядь, отказывался, блядь. А знал бы, что канал заводчит, брал бы. Бля, уже пошло жечь. Фу, бля, жжет, пацаны, вот пакетик. Фу, жжет, блядь. Короче, действие моментальное действие, буквально через 15, бля, уже башка кружится. Начинает жечь, блядь, десну уже жжет, губу уже жжет. Короче, вынимаю, нахуй, я все понял, смотрите. Фу, бля, быстрее вынимать, быстрее, блядь. Фу, для вторика. Фу, все. Короче, блядь, ну-ка язык туда засуну, блядь. Бля, там все горит, ёптова мать, там все жжет, все горит, бля. Начинает першить, блядь, на языке, блядь. В общем, кроме жжения, нихуя я не ощущаю. Очень сильно жжет. Там либо соли дохуя, либо соды, либо соли дохуя. Плюс еще там настолько ядерный какой-то используется, или его слишком много, блядь, никотина. В одном, блядь, ебаном от пакетики, блядь. Теперь я понимаю, почему ебаны писали мне в комментарии: Дворецкий, попробуй Сибирию, и ты вознесешься, нахуй. Или отправишься, бля, к праотцам. Действие, пацаны, этого снюса начинается буквально через полминуты. Минуты, хуй с ним, блядь, минуту. Не, даже не минуту, нихуя. Действие я почувствовал секунд через 40. Буквально 40 секунд, блядь, я почувствовал, блядь, никотиновый удар. Сильного никотинового удара нет, но я почувствовал воздействие никотина, блядь. Уже дало в голову, стало моментально, блядь, уже подташнивать. Теперь можете себе представить, что будет, если этот ебаный пакетик, вот, блядь, вторяк ебучий, блядь, уже обвафленный весь, сифозный, такой мокрый, блядь. Слюнями я его намочил. Посмотрите, сколько есть никотина. Блядь, сочится, нахуй. Смотрите,
Руки все. Тут никотина столько, что можно убить нахуй лошадь. Здорового лошадь какого, блядь, ебаного кабана взять, блядь, кабану, блядь, вставить, ебаный снюс. Купил я его в обычном, блядь, по бачке. Лицензированный, блядь, продукт. Через, блядь, 40 секунд я почувствовал здесь это ебаного, блядь, снюса. Дохуя, очень дохуя никотина, блядь, в одном ебаном, блядь, пакетике. Пакетиков хуй знает сколько здесь, блядь, стоит эта хуйня, блядь, рублей 300. Я хочу еще взять, блядь, эпок, потому что, блядь, телка передо мной, которая стояла, я взяла вот такой и эпок. А вот эпок, сука, уже, блядь, дорогой. Что, блядь, в нем, в этом эпике, блядь? Походу, если телка брала эпок, блядь, и так он дохуя стоит, походу, реально, блядь, топовая тема. Блядь, нихуя, сколько здесь никотина, блядь. Мне до сих пор, блядь, понятно, блядь, нихуя, сколько никотина. А, и понятно, еще сильнее воздействие стало, потому что я взял, блядь, вот сейчас, вот когда вот его немножечко пожевал, слюнями осмачивал, показать вам, сколько здесь, блядь, сразу уже, блядь, никотин ебанул мне, блядь, в голову. Я хуеваю, какая-то ядерная хуйня, блядь. Я даже не стал с ним, блядь, сидеть. Какие-то уебаны писали, я три, что-то закладываю, блядь. Вы я не понял, блядь, в комментариях там, блядь, что, прикалываетесь, нахуй. Как можно с этой хуйней закладывать, блядь? Один, второй на стримах даже мне писали. Давай, Дворецкого, тебе башляй 5000 рублей, на. Ты ставишь, блядь, два пакетика вправо и влево, и будешь с ними сидеть где-то 5 минут. Башляю 5000 или 10 тысяч. Какой нахуй 5-10 тысяч, ты, блядь, уебан ебучий, блядь. Да я с этой хуйней, блядь, 40 секунд, блядь, смог только пронаходиться и уже почувствовал, блядь, никотиновый удар. Я почему вынул так быстро? Если я с этой хуйней, я просто не смогу разговаривать, меня будет тошнить, я пойду блевать. У кого был никотиновый передоз, блядь, у кого был никотиновый удар от сигары или от снюса? Вы, сука, уебаны знаете, что это такое. Я не хочу, блядь, блевать. До сих пор меня подташнивает, и до сих пор я чувствую, блядь, никотиновый удар на себе. Походу, вставил, блядь, 40 секунд подержал, сразу вынимаем нахуй. Вот сюда вот его, блядь, вторяк, пускай он здесь сдохнет. Этот, блядь, пакетик можно долбить. Я боюсь, сколько его можно долбить, пока не кончится здесь никотин. А, блядь, одного можно, чтобы кайф получать. Этого пакетика, блядь, засунул, положил в тарягу. Я бы вот эту хуйню растянул, блядь, на неделю. Реально, блядь, один пакетик этого вторяка, блядь, можно тянуть нахуй неделю. Даже курить нахуй не надо, блядь. А мне нравится, что снишь, можно везде его, блядь, использовать. Где вообще, где угодно, блядь. Идешь где-нибудь, сука, блядь, где нельзя курить. Засунул, блядь, и кайф, блядь, балдеешь. Только реально быстро вынимать, блядь. Минута вам хватит, блядь, чтобы получить кайф. Реально с этой хуйней, блядь, полминуты или минуту. Ладно, вот за минуту вы уже охуеете. Вставили, блядь. Тут какая-то сода используется еще ядерная. Она моментально, блядь, проедает, блядь, десну. И через эту десну, потому что она жжет ее, проедает, блядь, моментально всасывание начинается этого ебаного, блядь, никотина. А тут его, блядь, просто передозно, блядь. Что будет, если его реально закинут на 5 минут? Блевать будешь, мутить будешь. У тебя настолько повысится, блядь, в крови никотин, что ты просто, блядь, охуеешь. Реально пачку этого ебаного снюса, блядь, можно тянуть нахуй. Не только все новогодние праздники. Я бы его тянул, блядь, полгода. Вот эту пачку можно растянуть на полгода, блядь. Но я имею в виду при таком, блядь, использовании, блядь. Вставил, чтобы никотинного передоза не было. Сразу вынул и положил, блядь. Этот пакет можно в течение 2 дней хуярить. Вставил, нахуй, вынул, вставил, вынул, вставил, вынул, вставил, вынул, блядь. На 15 секунд, ёпта мать, блядь. Да я второй раз уже чувствую передоз, вынул, блядь. Потом взял, блядь, как слюнями одел, блядь. Пожевал его немножечко, попитал слюнями. И уже никотин ебанул, блядь. Здесь, блядь, просто передоз этого никотина. Понял, почему это Strong Extreme, блядь. Короче говоря, проходит, блядь, на престиж, блядь. Пачка банальная, да. Она сигнализирует, что осторожно. Красный цвет, блядь. У них такой еще серый есть. Чуть поменьше. Я бы, конечно, рекомендовал, блядь, серый. Я вот сейчас разговариваю, меня до сих пор, блядь, мутит, блядь. И я полагаю, что меня отпустит. Я только могу уже закидываться, блядь, где-то через час, блядь. Сука, ядерная хуйня. Маешь вещь, блядь. Вот уебано-то, блядь. Шведский снюс делают поляки. 300 рублей, блядь. Экономно, хули, блядь. Если, блядь, мы можем 2 пачки нормальных сигарет взять, блядь. Какого-нибудь. Заебись, парламента, блядь, 2 пачки. Насколько нам хватит 40 сигарет? Да его, блядь, высунул, блядь, курил, нахуй, выкинул, блядь, никакого кайфа. Здесь же можно, блядь, месяц долбить эту хуйню. Ну, охуеете, блядь, с тобой был Дворецкий, подписан на мой охуительный, блядь, канал, блядь, а шведский снюс, Сибирь, блядь, проходит. Фу, блядь, блядь, мутит, пиздец, надо было воды, блядь, сука, налить, а я тут, блядь, дуралей, нахуй, взял, вискаря ёбнул. Сейчас бы я еще, блядь, воды ебанул, ну ничего, у меня есть, блядь, рыбий жир, я пойду рыбьим жиром, сука, закинусь. Охуенные капсулы здесь. Здесь есть, блядь, рыбий жир, нахуй, чтоб меня оттянуло. А то на сердце влияние большое оказывает. Блядь, осторожно, пацаны, блядь, с этим ебаным шведским снюсом. Походу, это вредная хуйня, блядь, на сердце. Хуево влияет на сердце, потому что, когда вы захуяриваете, блядь, никотин, блядь, в кровь идет, блядь. А кровь, сами понимаете, что, блядь, по всем органам циркулирует, блядь. Поджелудочные, почки, печенка, блядь, сердце, нахуй, по клапанам там хуярит, блядь. И, блядь, в крови у вас будет, блядь, ебаный никотин. А никотина здесь, блядь, мама, не горюй, нахуй. Стадо лошадей может, блядь, убить, нахуй, блядь.
Вот это ебаная, блядь, шайба. Ядерная хуйня, блядь. 300 рублей. Короче говоря, тут базарить нехуй. Это, блядь, хит. Ёб твою мать, блядь. Ладно, флексим нахуй. Подписывайся на мой охуенный канал, блядь. С тобой Дворецкого, блядь. Охуенный новогодний праздник. Я отметил, блядь, у меня был стрим, блядь, до часа. Спой часа я похуярил, блядь. Гулять до 5 нахуй утра, блядь, в парк Горького. Кто видел меня в парке Горького? Да, я гулял с пацаной в парке Горького. Заехали за мной два пацанчика, и мы в парк Горького поехали. И у меня не было шведского снюса. Представьте, если бы я через себя пропустил весь этот снюс. Перед вами стоял уже не такой молодой, моложавый человек, блядь, лет 20 на вид, а уже старый, вонючий, какой-то старик, старик, блядь, жеманный. О, да, блядь, дохуя снюса. Тебя ждет сходка на 500 000, блядь, подписчиков. Прям приду на полляма, нахуй, скажу, где будет сходка. Но это надо даже с полляма. Открой коробку и бери, кто хочешь. Берешь кулак, блядь, и в гидры. В один его вставляешь. Петушки, отсосите.